Лена, вы представляете санаторий в Мацесте? Да, я представляю Мацесту, но это не санаторий, это большой бальнеологический комплекс, курорт. Это еще лучше? Да, курорт, да. Мацеста. Курорт Мацеста. А расскажите, пожалуйста, вот чем он знаменит? Знаменит он тем, что является одним из градообразующих предприятий города Сочи. А и... вот по здоровью? Ой, по здоровью это самый главный курорт. Вот мое мнение, если позволите, это главный курорт России для наших жителей и для наших гостей. Вообще, товарищ Сталин поставил такую задачу, и чтобы была достигнута. Да? Да, каждый рабочий и каждая крестьянка обязаны отдыхать в санаториях и во дворцах. Хорошо. А вот какие оздоровительные процедуры и для чего применяются в этом санатории? Для того, чтобы трудящиеся были здоровы и еще больше добывали угля, да. Ткани ткали, шили одежды и трактора выпускали. Главным фактором является природная вода. Природа. Природа сама дает уникальную возможность человеку обратить внимание на то, что, так сказать, под ногами, это фактически под ногами есть, и использовать для цели оздоровления и лечения. А именно какие, вот с какими болячками можно к вам обратиться, и вы квалифицированно поможете? Вот я вижу, тут грязь делают, да. Потом ванны, да, потом, наверное, вода. Да, да, да. Как бы есть питьевые воды и есть воды, которыми знаменита Мацеста. Это, конечно же, мацестинские воды, сероводородные воды. А чего они применяют? Самый главный фактор, это, то есть самое главное направление наше, это опорно-двигательный аппарат. То есть практически каждый первый... Ревматизм, суставы. Абсолютно особенно все. С возрастом. Хондрозы. Все наши болезни современные, это как раз таки наш клиент. Это к нам, это да. К нам, это наш клиент. Хорошо. Да. Значит, это здесь вода применяется, грязи применяются, ванны применяются, да? Да, да, да. Вообще есть огромная история. 113 лет предприятию мы отпраздновали в этом году. 113 лет легенде, истории. При царе все это возникло. 902 год. И опять же Сталин поставил задачу построить вот такой храм здоровья, вот такой вот. Вот именно для рабочих и для крестьян. Поэтому такой сталинский ампер, который мы сохраняем до сих пор, и легенда о Мацесте, которая уже не одно столетие. Помогает опорно-двигательный аппарат. Еще какие заболевания? Опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистые заболевания. Сердечно-сосудистые. Великолепно кожные заболевания лечит. Псориаз. Все проявления кожных заболеваний, абсолютно вся линейка. Плюс косметический эффект потрясающий. Опять же кожа. Омоложение кожи. Там, омоложение, пилинг, похудение. Ну все абсолютно. Потому что вода работает изнутри. То есть вода... А какой эффект дает? Покрывается, кожа становится красно-бордового цвета, без теплового эффекта. 34-36 градусов, настолько работают сосуды, что кожа становится красная. Вот вы как раз правильно подчеркнули, что красно-багровый эффект говорит о том, что заработали капилляры. Раз заработали капилляры, значит, улучшилось питание кожи, она уже красивее стала. И точно так же, значит, у нас капилляры работают внутри организма, вызывая, значит, что там окисление, там рассасывание, говорит, регенеративные процессы, абсолютно, то есть восстановление. Верно. И за счет этого получается такой хороший эффект. Омоложение. И важно подчеркнуть, что если эту воду использовать в другом месте, то есть ввести, то, как правило, она теряет свои свойства очень быстро. Она вообще не транспортируется. С 3000 метров добывается эта вода, минералопроводом доставляется в наш основной корпус бальнеологии, и только там мы отпускаем мацестинские процедуры. Она не транспортируется, потому что она теряет абсолютно правы свои свойства сероводорода, вот уникальность. Это важно подчеркнуть, что если вы хотите оздоровления полноценного, то надо непосредственно воспользоваться источником. Что бы вы еще желали сказать вот своим потенциальным, будем говорить, клиентам?
мы работаем для вас. Мацеста как создана, так и работает до сих пор и будет работать на благо народа. Поэтому всех приглашаем. Вне зависимости от того, что болит, кто по социальному статусу человек, мы всех принимаем, абсолютно большая линейка как программ, так и ценовой политики. Доступность в России – это наше. Приезжайте, мы вас ждем.